В Иванове в спорткомплексе «Спартак» стартовал региональный турнир по боксу. Участники – спортсмены из разных муниципалитетов, разных весовых категорий и опыта. Объединяет их любовь к боксу и стремление к победе. Это юниоры 17-18 лет, мужчины 18 и старше, и юноши 13-14 лет. В каждой возрастной группе есть свое количество категорий. 100 участников, отбор. Сборную команды Ивановской области состоит. То есть первый победитель попадает в сборную команды Ивановской области. Получает право ехать на центральный федеральный округ, ну и другие турниры, которые являются отборочными перед чемпионатом или первенствами России. К боксу в нашем регионе многие неравнодушны. Доказательство тому – большое количество школ и клубов, где тренируют будущих чемпионов. Только в областном центре 4 секции по боксу. Есть спортшколы в Родниках и Кинешме. Бокс для сильных и по-хорошему упрямых. Травмы и рассечения в этом спорте не редкость. Но истинный боец знает – никогда нельзя опускать руки. Бокс учит не столько бить, сколько держать удар. Бокс все-таки спорт для настоящих мужчин. То есть он воспитывает прежде всего такие вот мужские качества, то есть дисциплинирует в первую очередь, а если есть дисциплина, там уже и в остальном все получится. Бокс – один из самых зрелищных видов спорта. Для зрителей и болельщиков вход на соревнования свободный. Первенство области продлится до 4 марта, когда в финальных боях определятся сильнейшие боксеры. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.